у каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество. И мы в этом году будем активно этим заниматься. Что я имею под этим в виду? Если это частное аграрное предприятие или частный там, владелец там, определенного количества гектаров земли, значит, это его полномочия, он должен за своей землей ухаживать. Если он не ухаживает, значит, он не выполняет обеспечение мер пожарной безопасности, не выполняет правила противопожарного режима. Извините, будьте добры быть привлечены к ответственности. Вот на сегодняшний день в условиях особого противопожарного режима на физическое лицо штрафы от 2 до 4 тысяч, а на юридическое лицо от 200 до 400.